Выбрались мы таки. Да. В Гакарну едем. В Гакарну. Через часа четыре будем. Суперманга. О, да. Сняшка. Мне говорили, какой-то очень красивый, с чистой водой пляж, рядом с Абдурамом. Самая-самая чистая вода. Да, закаты здесь идеальные. Давайте нарисуем ом. И вот я третий раз в Гакарне и прямиком на свое любимое место для закатов. Омбич? Нет, не Омбич. Не Омбич. А как он? Я забыл, как он называется. Вот в очередной раз мы приехали к Шиве. Замечательные виды. Была под гостиницу, да? Текст. Ваши новые друзья. Как их зовут? What is your name? Сабис. А? Сабис. Я? Мой дурак. Аня. Аня. Таня. Даня. Вот мы выбрались наконец на пятый день на Кудло-Бич. И вот заехали на горочку по дороге на Кудло-Бич. И очень прекрасные виды. Не девочки, виды, а... Конечно, которые не дают собраться дома. Да. Ну, за солнце не видно будет. Мой конь. Доктор. Текст. Доктор, тебе после того, что ты сказал, перед этим... Пип-пип-пип. У меня слов нет. А я, у меня есть, я могу сказать. Ну, давай. Только что... Даник... Добрый вечер. Опять три мушкетера. Даня, Аня, Аня. Аня попой стала. И Таня, наши новые друзья. Моисей, Катерина. Она не любит сниматься. Мы в модном кафе. Ждем начала шествия. Сегодня будет какой-то праздник. Надеюсь, мы дождемся. День рождения Хунема. Вроде как. Полнолуние сегодня.
два дня. Празднуют они каждый день. Это я сам себе говорю. А еще только что попробовал бедаль. Прикольно. Продолжает работу. Мы покупаем сейчас петель на улице Гагарина второй раз подряд за этот сезон. Вот. За вечер, я бы сказал бы. Да. Абсолютно, совершенно. Все наши друзья вокруг собрались. Да, мы сейчас наблюдаем вот этот блошиный шапито цирк в который раз уже. И, собственно, он не прекращался еще ни на минуту с тех пор, как мы здесь находимся. Комментирую, просто нашли пляж полностью без людей. Называется Honey Beach. 10 километров от Гагарина. Пустой. Я хотел церковь и тамбур. Я представляю нас православных. Опять тусуемся у девочек. Живут они около моря. Вместе с хрюшками. Привет, хрюшки. Ах ты наглая какая. Он. А где остальные детки? 12 деток было. Они там. Очередной закат. В Рамболе уже число 19 апреля. Венитеры вернулись в Гагарина. Я вернулся на прежнее место жительства, не помню, говорил уже или нет. И осталось мне еще неделя. 25-го я начинаю, улетаю, а потом в Шри-Ланку. Как всегда, встреча на закате. Короче, взлетаю я. Я слышал, что вызывают мой рейс. Говорят, что вот направление начинает, а номер рейса, говорят. Подхожу к гейту, а там на телевизоре написано вообще Мумбаи.
Я говорю, мой, будет типа следующий? Не, заходи сейчас. Я говорю, автопол написано, вообще Мумбай. Мол, я через Мумбай полечу, что ли? Они говорят, не, я просто у нас с тобой не работают. Ну, такая вот будет. Короче, вот все чеки на чекауты прошел, еду.